Железные дороги Якутии построили дом для своих работников. В Алдане прошло новоселье сотрудников компании. Работы по улучшению жилищных условий работников железных дорог ведут с 2008 года. Всего за это время в эксплуатацию сдали более 100 квартир. Подробности далее. Специалисты акционерной компании «Железные дороги Якутии» получили ключи от новых квартир. Символический ключ от многоквартирного дома железнодорожникам передали подрядчики. Введение 42-квартирного ведомственного дома стало событием не только для компании, но и для района в целом. Отрадно, что этот первая ласточка декабрьская – это дом, который вы построили для своих сотрудников, тире уже жителей Алданского района, который для молодежи, я уверен, что она закрепится и прорастет своими корнями в нашу замечательную землю. Дом получился добротным, красивым, и, как пообещал мэр Алдана Александр Бугай, жить в нем будет тепло и уютно. Что здесь будет тепло, хорошо, комфортно, ну а самое главное, здесь будут радоваться своей жизни жители города Алдана, появятся новые семьи. Строительством жилья для своих работников железные дороги Якутии занимаются с 2008 года. С этого времени сдано в эксплуатацию 128 квартир. На этом в компании не собираются останавливаться. По Маяковскому 8 мы в следующем году начинаем строительство нового 48-квартирного дома. Рядом с ним будет строиться детский садик на 70 мест. Естественно, там будет, как сказал Алексей Геннадьевич, зимний сад. Ведомственные жилищные программы, безусловно, являются огромным стимулом для работников компании. Кроме того, профессиональные кадры остаются на месте и обеспечивают рост социально-экономического положения предприятия и района в целом. Я думаю, наверное, таких организаций, которые дают квартиры своим работникам, но на Алданский район немного. И я очень рада, что мой супруг уже много лет работает в акционерной компании «Железные дороги Якутии». Я думаю, будет продолжать работать. Квартиру уже дали. Счастливые обладатели квартир уже планируют интерьеры комнат, а остальные думают, как отличиться на производстве, чтобы через пару лет поселиться по соседству с коллегами. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.